Сегодня женщине нужен серьезный, работающий, умный мужчина, там, мыслящий мужчина. А он ни о чем не думает и живет сегодняшним днем. Такой мужчина, думаю, никому не будет интересен. Ребят, все-таки мне кажется, что вот после основного блюда вы насытились. И пришло время моего развлечения. Отлично. Я думаю, что на развлечении Андрей продемонстрирует какой-то свой творческий талант. На развлечении Андрея сегодня он будет играть на гитаре. Андрей что-то исполнит из своих песен. И на 100% я уверен, что это будет, скорее всего, рок. Мы все будем кричать, визжать, аплодировать. И, возможно, будем наряженными сегодня. Ну, будет интересно, ярко, весело. А теперь, гости дорогие, для вас будет мое развлечение. Это песня собственного сочинения. Жаль, что девочка снова одна, только скрипку сжимает. Песня мне не понравилась, песня депрессивная, и Андрей во время исполнения не смотрел никому в глаза, он ни разу не поднял глаза, а значит, пел он только для себя. Радовало то, что он написал ее сам, но было некое ощущение недосказанности, потому что хотелось услышать от рок-музыканта именно рок-песню. А тут была некая ода, баллада про девушку. Андрей спел, на мой взгляд, такую философскую песню, рассчитанную на молодежь. Я не фанатка такой музыки, но думаю, девочкам понравится, они смогут поплакать. Мы долго ждали, как Андрей рок-музыкант, он показал, что он умеет. То есть был довольно-таки живенько. Ну и стоит послушал. Босая девочка играет на скрипке, играет так, что ускоряется сердце. Она мечтает, что подарит улыбки. Играет на скрипке, играет на скрипке. Ужин у Андрея Ганза, протекающий, на удивление, спокойно и мирно, близится к завершению. Но на десерт наш герой все-таки приготовил гостям небольшой сюрприз. Ребята, вот и десерт! Сюрприз! Отлично, мне это уже что-то напоминает. Отлично, мне начинает нравиться. Это...